Головоломки, викторина и увлекательные поиски музейных экспонатов – все это ожидало участников Химквеста, который состоялся в Тольяттинском краеведческом музее. Между собой боролись сотрудники трех химических предприятий города – Тольятти Азота, Куйбышев Азота и Тольятти Каучука. Тольятти не только автомобильная столица России, это прежде всего город большой химии. В Тольяттинском краеведческом музее подробно описана хроника событий и яркие периоды становления и расцвета химической промышленности в городе. Напомним, ранее при финансовой поддержке ТУАЗа здесь открылась экспозиция «Ставрополь-Тольятти. 20 век», посвященная истории города 70-80-х годов прошлого века, где можно узнать много интересного о ТУАЗе и о роли завода в развитии города. Инициатива музея о проведении такого краеведческого квеста именно среди работников промышленных предприятий, мне кажется, очень знаковой, потому что это не только о том, что мы знаем о том городе, в котором мы живем, да, это и о том, что мы знаем о тех предприятиях, на которых мы работаем, что мы знаем о соседях и партнерах, которые находятся с нами в одном городе. Поэтому будем надеяться, что такие инициативы продолжатся, и то есть взрослые, не только дети будут вовлекаться в краеведение и проявлять интерес к истории родного города. Руководство краеведческого музея предложило провести специальный квест среди сотрудников химических предприятий. Молодежь с радостью откликнулась. Химквест стал лакмусовой бумажкой. Получилось проверить знания, прочувствовать дух соревнований и узнать, все ли известно современной рабочей молодежи о химической промышленности, где они работают сами. Нам показалось интересным привлечь работников трех крупнейших химических предприятий, и не заставить, но смотивировать на соревнования между собой. Нам хотелось, чтобы сами работники знали историю своего предприятия и еще обращали внимание на то, что их завод не единственный. Поэтому нам кажется, это важно. Своими впечатлениями от Химквеста поделился участник команды Тольятти Азота Максим Пугачев, специалист по планированию ремонтов. Интересно было искать, информацию там, где ты не ожидаешь ее найти. Не ожидаешь найти, наверное. Такие мероприятия обязательно нужны для того, чтобы заставить коллектив работать вместе, в одной команде, чтобы мы стали одним целым. У нас так предприятия, скажем так, очень дружные, но такие мероприятия еще больше сплочают нас. Первыми стали работники Куйбышев Азота, второе место заняли наши сотрудники, третье место заняла команда Тольятти Каучука. Возможность отыграться есть. Химквесты будут проходить каждый месяц до конца года. 8 декабря состоится финальная игра. Победит команда, игроки которой в сумме за все квесты наберут больше очков. Бороться есть за что. На кону ценные призы.